В управлении МВД России по городу Чебоксары представили нового начальника. На эту должность назначен полковник полиции Марат Михайлов. Награжден орденом мужества, орденом медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и медалью за отвагу. Перечисляя достижения нового руководителя, Сергей Неяскин выразил уверенность, что высокий уровень профессионализма и опыт позволит Марату Михайлову справиться с возложенными обязанностями. В структуре МВД он с 93-го года проходил службу в подразделениях по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями, неоднократно выполнял боевые задачи в Северокавказском регионе. Уверен, что на новом месте вы покажете хорошие результаты и заслужите высокий уровень общественного доверия.